Привет, друзья! Очень приятный сейчас период медосбора и откачки меда. И хочу показать две семьи, две рамочки. И вот эта рамочка запечатана одной семьей, лягустикой, матка прошлогодняя. И вот эта рамочка, тоже пчела-лягустика, тоже матка прошлогоднего года. Оба улья стоят рядышком. Вы посмотрите, какая разная печатка. Здесь она мокрая и очень тонкая, нежная. А здесь такая серьезная белая печатка. И казалось бы, две семьи, обе лягустики, стоят рядышком. Один и тот же медосбор у них в одном и том же месте. И вот такие вот две разные семьи. Вот эта семья заливает в первую очередь гнездо. У этой семьи гнездо полностью залито. А эта семья тащит все в магазин. То есть королевишна сеет от рамки до рамки полностью, оставляя всего лишь маленькую-маленькую полосочку меда сверху. Все остальное пчелы тащат в магазин. Это уже три магазина, еще один у меня стоит, остался у них. Третий магазин и один еще стоит. А вот эта семья два магазина сделала, и, ну, зато гнездо полностью залито. Вот, казалось бы, лягустика. Обе одного года рядышком стоят, но совершенно разные.